Okay. Кайф, стоять на земле. На, держи. Блин, теперь глаза режет. Светло слишком. Там было хорошо. Вот это не даст тебе умереть. О, я успел скастовать щит в последний момент. Вот и. Да ладно, он изи. Отойди немного. Что? Я додзил его атаки, почему? Он меня догнал. Это первый босс, который может догнать и добить. А, чёрт, у меня был резистанс от ревайва, теперь его нет. А, лечение ждешь? Сори. Эмму, я прислежу только за собой. Жопа творится. Не только огонь, тут много всего. Блин, до следующего ревайва 45 секунд. Надо кайтить его. У меня правда, все шмотки сломаны теперь. Это же самое. Что за крайности с этими боссами? Уходим, уходим! Я вообще не дамажу его. Я не вижу, куда упадут эти штуки. Не показывает даже, куда он кинет, плюнет ковном своим. Меня. Иди сюда. Там хил. И назад бьет, причем сзади сводит потом. Что? Офигеть. Да, это трэп плевать, это как стенки трэп. Не видно, куда он плюнет. Вот эту фигню предугадай. Просто приходится отбирать. Я больше боюсь огня на эту фигню. Он ее, конечно, перед собой кидает, но если я, не дай бог, попадаю, то это все, это рип. Ну, мне кажется, ли надо вывести его отсюда? Ага, Майнкрафт, я наступил на... Да капец, надо сюда, смотри, хорошее место, здесь надо его бить. Майнкрафт пошел его бить, нормально. А, оставляем пэта, да? Кофе разжигаем пока. Он не может сдохнуть. О, ревайв. Ты сказал, что он здесь. Да ты говорил, что он здесь. А, как это доджить? Не видно, куда будет плевать. Теперь можно его, в принципе, бить после этой смея огня. Не в ту сторону, он... Что? Что это за атака? Что я пропустил? У меня один хп только что был, я выжил. Что я пропустил? Ну, это потому, что я леснулся, да? А я все равно захожу. Что я пропустил? Как он атаковал? Я не понял. Что это было? Я типа реально не понял. Я опять стоял. Блять. Пиздец, и резнулся под огнем.
типа, мы же все его атаки поняли, да? Да, теперь уже точно убьем. Там нам кастует какое-то дерьмо, и мы дохнем. Да, вот это единственное, что мы поняли. Эти руки, кстати, не больно бьют. Я так вот сейчас словил их, и ну, так. Они отталкивают. Они больше как отталкивающие бьют. Казалось бы, он наоборот тянет к себе, да? Типа, вот это если попадет, то нет. На это вообще плевать. А чем он нас бил, что-то убивал? Ну, кроме огня из рта. Я даже не помню анимацию, типа, что он делает. Вот эта херня безумно дамажит. Не, он чем-то сразу... И ты был спереди, я был сзади, он нас убил. Месть. Что-то я, может, фигня видел, он по-другому ударил руками, со всей силы, аж земля дрожала. И он перед собой бьет. Да не, он всегда так бьет. Бегает постоянно, доджет мой килл. У меня тоже, я не всем по нему попадаю. Иронбаум. Для этого и ачивку надо давать, звание. Иронбаум мастер. Иронбаум. Заюзал 20 коинов. Убил Иронбаума, доначил звание. Вот, что, это что одно? А нет, старое. Плевать вообще. Чем он убивал нас? Я не понял. У боссов, которые выдали ошибку, и мы их не добили. Отлично, вот я просёк, когда он так делает, я могу проспамить копье в него. Это что? А копье дает дома. Ну. Ты ляжешь. Я сказал, ты ляжешь. Буду трапа его сейчас херачить. Ну. Еще он добьет. Не добьет. Твою дивизию. Только он трапы поставил, и я врезался в его эти трапы. Хотел в него чаржиться. Капец, он какой-то сильно продвинутый, как для босса. Он как будто нарочно это сделал. Может, не могу разработчик управляет какой-то. Ха-ха, набалуется типа. Да. Причем какое-то помещение, типа, два ноба пришли убивать босса. Я так, тут мне тоже 12 был. А, за счет вообще? Ну, мне и раньше давало там по 13, ты говоришь, мало. Либо, а то как хилером получать комбо? Я, ну, опять комбо. Угу. Пока, это он раньше скилл не юзал, что ли? Да не, а все время были эти комбо. Там, я не всегда, вот 13 комбо. 14. Да, может, я раньше не участвовал в комбо? Может быть, да, что-то не делал, типа не бил там.
это почему не засчитался? Не знаю. Меня спрашивают. Да, отлично, ударил еще не туда. Пять. Унес его. Блин, вот нормально за этих. Тут вот за этих экспу давало вообще жесть. Как много. За больших. А то дементоры, понял? И носатая вон те он. С палкой. Конечно, там за новостями. Гарри Поттера. Новая книжка. Блин, только что левел апнул, теперь опять левел апнул. Как это вышло? Ты видел это, да? Видел. Да, был левел ап, я... Я 137-й, а ты 135-й. А, ну да, потому что 36-й левел, я же тебе говорил там. А, просто начинается эта дикость, так мы сейчас еще и раскачаем, да, чтобы это боги вышли. Time level up, они тоже взяли 36-й и написали. А вот что написал level up time, типа. Да, я теперь тоже понял. А ты понял, когда я сказал? Еще один мап, я буду 36-м. А куда-то соло пошел бить. Маг. Отлично. Пошел кач. Не сами копьем. Да, левела бы пошли, вау. Да, да, да. Ты уже восьмой. И здесь дело. Все, что нужно было, сходить дальше. Видеть не нужно еще. Это классно. Если бы она еще не лагала, было бы вообще круто. Да, у меня ужасно лагает, у меня 15 FPS. Я начал рекордить, и она в два раза упала вообще. Сколько у тебя? Ну, 20 сейчас. 15 было. Ну да, 20-15, это, конечно, не очень. Нет, просто у тебя в два раза больше, чем у меня. Ну, у меня, если не буду рекордить, будет там 40-50 в таких замесах. А как уже грех жаловаться. Там. Вот так оно вообще скачет. Да. ЛФМ, пиратов и комбо. А
Ну, вообще вам достаточно. Крайне против. А потом уже не важно, типа, будет. Мы шапаемся, ну, качаемся тут. В первую очередь. Конечно, мы что-то винить пришли сюда. Не посмотрел, кто спросил. Ты уже извини, что я ответил. Конечно, я бы не отвечал на твой вопрос. Ничем напишу. А я хил, если тот присаживается. Я присел. Стоп. Там пустой. Не нужен достаточно такого хила, как я, который подамажит, может, немного и бафнет нормально. Ясно. Сейчас хочу оверкил сделать еще один. Да, тупо оверкил, каждый удар оверкил. Понятно. Блин, очень удобно его бить с этим замахиванием. Еще и в сон кидает. Я могу щит поставить и бить. Во! Видел? Вау. -то. Я пытаюсь, интересно, просто.